Всем привет! Время отдыхать, а как сделать свой отдых и продуктивным, и интересным, расскажу вам прямо сейчас. В музее Модерна в эту субботу закрывают выставку «Сон». Программа закрытия начнется с квеста. Далее гостей приглашают на концерт с живой музыкой, после чего подготовят сразу две лекции. А завершится день чтением сказок. Перформанс будет сопровождать игра на глюкофоне. Проводим вечер пятницы душевно, например, слушая орган. Камерный вечер вселенной Вивальди пройдет в Самарской кирхе. В музее Алабино эту субботу решили превратить в день мастер-классов на выставке «Волжские промыслы». Самарцам предлагают создать разные памятные сувениры, связанные с тематикой выставки, которая рассказывает о рыболовстве, охоте и пчеловодстве. Вчера еще в глаза глядела, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки, нынче вороны. В субботу вечером самарцев приглашают на музыкально-поэтический вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой. У поэтессы было особое восприятие мира, особое отношение к человеку и к поэзии. Она была в мире, но вне мира. И всю жизнь ей так хотелось достучаться до сердец, но удалось это сделать уже в вечности. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!